Вот и все. Ли отправился за решетку. Дыхание дьявола у Соболя. Что ты чувствуешь? Что я чувствую? Как у тебя со временем? Плохо. Что для тебя подвиги, для меня бюрократия. Но я хочу сказать, молодец. Спасибо, Юрий. Я хотел это услышать. Занимаясь Ли, я оставил город без присмотра. Пора снова стать дружелюбным соседом-паучком. Рецепт печенья тети Мэй. Ха, у меня оно так ни разу и не получилось. Начали модные разговорчики о том, что все вокруг вас чудесно, волноваться не о чем, живите в свое удовольствие, не задавайте вопросов. Я был единственным голосом разума. Но сегодня все больше людей начинают, как вы, понимать, где правда. Итак, друзья мои, мы вернем себе наш город. Человек-паук, мы поймали снайпера. Он караулил главу аппарата мэра. Наверняка есть и другие цели. При нем была карта, здание суда обведено. Понял. Выведайте у нашего друга еще что-нибудь. Я доступен по этому номеру. Надо спешить. Нападение на суд может произойти в любую секунду. Простите! Если я появлюсь рядом с целью, снайпер выстрелит. У меня один вариант. Нейтрализовать стрелка. Выключаем. Никто не любит кемперов. Человек-паук, мы просмотрели его телефон. Нашли еще несколько имен. Похоже, все произойдет через считанные минуты. Ясненько. Скиньте мне все. Много снайперов, один паук. Надо торопиться. Все, кто был задействован в кампании Нормана, потенциальные мишени. Интересный способ уничтожить Осборна. Сделать так, чтобы с ним не хотели иметь дел. Снайпер должен быть где-то здесь. А вы так ничего и не поняли. Один есть, еще двое. Надо осмотреть все места, где мог засесть снайпер. Цель спасена. Остался последний. Если не успею, погибнут люди. Хоть бы раз эти киллеры подстроились под мой график. Это здесь. Ну и где убийца? Барабаньки. Ты
Вовремя. Все три снайпера обезврежены. Это все? Нет. Парень говорит, что его ребята взяли в заложники туристов. Говорит, если мы его не отпустим, их расстреляют. Мы установили по сотовому сигналу, где они, но при виде полиции они откроют огонь. Начните переговоры. Выиграете время, а я лишу их козырей. Свидетелей они не оставят. Если я не спасу заложников, их убьют. Если меня увидят, они сразу же убьют всех заложников. Наши требования простые. Освободите наших товарищей, или заложники умрут. Мы сообщили ваши требования окружному прокурору. Если меня засекут, заложникам конец.单位，请回部。那有五号没反应，谁过去看看他们？马上过去。这是要掩护。
Сладких снов. Сейчас,